Всем привет! Сегодня готовлю капустные котлеты. Котлетки получаются невероятно вкусные, ароматные, хрустящие. Слюнки текут уже от одного их вида. Золотистые, прекрасной формы, нежные, сочные. Капусту мелко нашинкуем. Опускаем в кипящую воду и варим с момента закипания 7-10 минут до полуготовности. Если капуста старая, варить нужно ее будет дольше. Лук мелко порежем. Обжарим на сливочном масле до золотистого цвета. Оставляем остывать. Откидываем капусту на дуршлаг, даем капусте стечь и немного остыть. Как только капуста остынет, отжимаем лишнюю влагу. Приготовим овощной фарш. К капусте добавляем лук, разбиваем 2 яйца, добавляем соль, манную крупу, зелень, приправу по вкусу. Все хорошенько перемешиваем. Дадим фаршу постоять 10 минут, чтобы манка набухла. Если фарш будет жидковатым, нужно добавить еще немного манки. Формируем котлеты. Набираем немного фарша в ладонь, перекидывая из ладони в ладонь, формируем округлые или овальные заготовки. Жарим котлеты на хорошо разогретом растительном масле. Как только котлеты зарумянятся, переворачиваем. Жарим вторую сторону до готовности под крышкой на среднем огне. Жарятся они очень быстро, получается 10-12 котлет. Подаем котлеты со сметаной или другими соусами на ваш вкус. Кушать котлеты из капусты можно как горячими, так и холодными. Мне они больше нравятся прямо из холодильника. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!